Давайте устроим новогодний фейерверк на ногтевой пластине. Сделать это очень просто. Берем с вами текстурную пасту и на черный фон наносим вот такие вот кружочки в свободной форме, чуть побольше, чуть поменьше. Старайтесь делать разноразмерными, чтобы было интереснее. Берем обычную зубочистку и вот такими движениями превращаем в закрученные спиральки. После просушки берем витражные гель-краски из коррекции Голливуд и начинаем разукрашивать. Вперемешку эти гелевые краски дают дополнительные оттенки и чуть-чуть просвечивают фактуру. Смотрится очень фактурно, согласитесь, хотя рисунок абсолютно плоский. Теперь мы возьмем эмпасту белый рафинад и дополним наши спиральки еще некоторыми капельками, также закрученными вокруг серединки. Это создаст нам многослойность рисунка и ощущение, как будто у нас глубоко-глубоко внутри один рисунок, а на поверхности другой рисунок. Также это у нас эффект аквариума, да, аквариумного дизайна. Хотя, повторюсь, рисунок абсолютно плоский. Нам все это нужно будет просушить. Эмпаста высыхает без остаточной липкости. И взять опять цвета дополнительные из той же коллекции Голливуд. Втирающими движениями наносим два других цвета. И когда они перемешиваются с предыдущими, они создают вот такие вот радужные переливы переходы, похожие на втирку. И я решила перекрыть все скандиум гелем. Это топ без остаточной липкости со светоотражающими частичками. У меня уже скопилась целая коллекция таких дизайнов. И давайте подберем к ним компаньоны. Можно делать чуть более яркими или с однотонами, с градиентами хорошо сочетаются, с любыми орнаментами. Также можно сделать просто однотонные компаньоны, если у вас клиент не хочет очень яркого дизайна. Или вот такие, на мой взгляд, очень стильные сочетания.